Он только понял, сел и дает мне слабый лапу. Стол накрыт? Еще нет. Еще нет. А вы? Да и мы еще нет. У нас еще все в самом разгаре. Первый день. Нужно по-скромному. Картошечку жареную и крылышки. Красота. Пойдем на улицу. Десять минут восьмого утра. Сегодня 4 сентября. Это Полтавская область, база Шиловка. Давайте я немножко похожу по базе, покажу вам. Вчера показывал видео, как мы приехали. Делал обзор домика нашего. Вот здесь мы ужинали. Возле каждого домика есть беседка. Ну или беседка, или вот такой столик с зонтом. Давайте пойдем вот так по кругу, я вам покажу. Или я вчера показывал, там ресепшн, столовая там. С той стороны тоже река протекает, река Псел. Она вот так вот течет, огибает. Здесь такой небольшой, как бы, даже полуостров. Пойдемте вот сюда, в эту сторону. О! Холодно. Совсем не холодно. Ветра нет. Погода чудесная. Да, двери не очень так, мягко скажем, закрываются. Здесь все на молнии, застегиваются. Комары были. До 9 часов, так немного, мухи, комары, а потом совсем не было. И в номере нет. Но хотя в номере я включил такой фумигатор в розетку. Не знаю, сколько домиков. У нас 3-й, вот 4-й, там 5-й, 6-й, наверное, штук 7 точно есть. Немножко погуляем с вами по базе, покажу. Да и сам посмотрю. Мы вчера купались уже на пляже. Сейчас мы и до пляжа дойдем. Вот оттуда заезд. Вот так заезжаете. И если вы живете за домиком, за каждым домиком, видите, стоит автомобиль. Это нормально. Далеко таскать вещи не нужно. Вот такой дом побольше, чем наш. Здесь есть и старые дома. Это бывшая база. Название ее было «Тепловозник». Там туалет уличный такой. Вот, смотрите, какая зона на пляже. Чудесная. Душ. Мы вчера купались. Замечательно. Сейчас тоже похожу, покажу вам. И возьму спиннинг немножко. Побросаю, половлю рыбку. Какой здесь воздух. Это просто не надышаться. Так, вот мы выходим на пляж. Как здесь все, вроде как и так набросано, да, но все в тему. Столик хотите, вон компания, садитесь, отдыхайте здесь. Лавочка, небольшой батут детский, лежачки всякие, скамеечки. Вот большая беседка, смотрите, там мало ли дождь или еще что-то. Качеля такая, прям с видом на реку. Пляж, чистый песок. Мы купались вчера, плавали даже на тот берег. С Мишкой выходили на тот берег. Там вообще такие заросли. Вода теплая. Думали, что намного холоднее. Но оказывается теплая еще вода.
Единственное, здесь, конечно, деткам вот здесь только нужно. А дальше такой резкий обрыв. Буквально 2-3 метра и глубина. Вот где трава плавает, там уже очень глубоко. Зонтики, лежаки. Вон еще стол, смотрите, какой стоит. Гуляй не хочу. Мы вчера на кругах. Вот круги. Михаил. Плавали на ту сторону. Вода чистейшая. Такого темного цвета, но чистая. Чистое дно. Ну так видно. Даже волейбольная площадка есть. Ну так база довольно-таки раскидистая. Вот старый домик, смотрите какой. Эти домики мы видели как раз в объявлении, когда тепловозник. Домик номер 9. Ну тоже, наверное, сдается, тоже будут люди жить. Может быть, немножко дешевле по бюджету. Я не могу вам сказать. Вот тоже домики, смотрите, сколько, пойдемте. Да? Большой такой, два стола. И гуляет день рождения или какой-то другой праздник на берегу реки. Это уже такой современный, красивый. Люди спят еще? Ну, конечно, спят. Начало 8. Ну, в принципе, и все. Тоже люди живут. Машина стоит. Вот там живут. Машина стоит здесь. Ну, дальше не пойду. Там дальше ничего нету. Наш домик стоит, я вчера показывал, рассказывал, 1200 гривен. Наверное, вот такие и подороже будут стоить. Не могу вам сказать, не знаю. Ну, это смотрите, на сайте есть, если кому интересно. Далеко, конечно, от нас. 400 километров, ну, рядом с нами такого нет. Можно и с собачкой. С животными можно. И более-менее нормальные условия. Сейчас комары летают. Вот хожу, а комары летают вокруг. Вот свет есть. Там горит. Отлично. Ну, три зеточки, если нужно. Даже стол, вернее, стул для именинника есть. Трон. Вот это вот, походу, лес туда идет. Только он не хвойный, а лиственный. Не знаю, может, там дальше и хвойный есть. Вот. Рыбачить сейчас буду. Здесь по бережку пройдусь. Пойдемте еще на ту сторону. Все-таки покажу вам. Тишина какая, да? Ух, красота. По дороге сюда грунтовка, но грунтовка насыпана щебнем. То есть, если будет дождь, проехать можно. Возле каждого номера свои мангалы. Вот она. С этой стороны река. Там она так вот огибает. Раз и туда дальше. Вот так выглядит база. Кто-то поломал плавательный круг, спасательный, вернее. Нас вчера собаки встречали. Ну, правда, очень.
такие дружелюбные, большие, но дружелюбные. Вот здесь тоже такая качелька есть. Здесь ресепшн, и можно заказывать еду себе кушать. Мишка сходит, расскажет нам. Сейчас я вам цены покажу. Голодными не останетесь. Да, есть Wi-Fi. Wi-Fi 3. Вот здесь есть Wi-Fi 1. Вот там Wi-Fi называется пляж. У нас в номере вообще не берет. Не повезло нам. Здесь хороший Wi-Fi. На той стороне хороший Wi-Fi. А в номере и рядышком, ну, совсем ни о чем. Я видео вчера загружал. Мишка на пляже сидел с телефоном. И там загружал. Говорят, самая чистая река. Псел. Там мы были в Великой Бачке в прошлом году. Там она тоже протекает, но оттуда и походу сюда и дальше. Вот так течет. Лежаки, если кто-то наелся, может полежать, отдохнуть. Да вот туда тоже, наверное, лес мы. Вот здесь лиственный. Походим. Ну, может, и походим. Позавчера дождь был, мало ли. А вдруг и грибок найдем. Последние денечки такие теплые. Так не хочется зимы. Вон собака лежит одна. К Мэри приставали. О, но Мэри их отшила. Пофыркала на них. Она такая у нас не очень любит знакомиться. Вот это номер первый домика. Сегодня наши друзья сюда приедут. Тоже есть, смотрите, беседочка, даже липучки висят от мух. Вон дятел. Природа, конечно, здесь чудесная. Ну и вот такие старые дома, домики. Вот он наш, номер три. Стараемся отвлекать и себя, и Михаила от того, что у нас происходит. Такие моменты, это очень нужно. Ладно. Здоровья всем и мира. Надолго не прощаюсь, скоро увидимся. Обязательно увидимся. Пока. Будем кофе пить сейчас. Доброе утро. Доброе. Ирина Хочет, приглашаю вас. Туда? Попить кофе. Пойдемте. Подпишись вот сюда. На вот это.